В Одесской области корь пошла на спад. Если раньше наш регион занимал лидирующие позиции по заболеваемости, то теперь область опустилась на 5-е место. Харьковская, Запорожская – это город Киев, западные области. Но от того, что мы уже не лидируем, это как бы не значит, что люди у нас перестали болеть. Болеют и взрослые, и дети. Однако врачи продолжают призывать людей к вакцинации. Несмотря на спад заболеваемости, в больницу ежедневно попадают люди с подозрением на корь. Всего с начала года в стране заболело 42 тысячи человек. При этом болеют не только дети, но и взрослые. Поэтому, по словам специалиста, прививаться нужно всем, кроме определенной категории людей. Есть заболевания, которые относятся к ряду онкологических. Это противопоказание к проведению вакцинации. Если это человек, у которого есть ВИЧ или СПИД, тоже ему делаются, только не делаются этим людям живые вакцины, только инактивированные.